Пойдемте посмотрим, что у нас там сегодня. Ой, моля, пальмы. Все как всегда. А уже музычка играет. Ресторанчики. Пойдемте кофею пить. Колумбия, Колумбия, марихуана, мама. Чик-чирик. Привет, апостолы, Юртас, Константин, Василий, Людмила, Пичудин. Максим Базарный просто охуенный человек. Саншайн. Забывать тебя начинаю. Очень плохая штуковина. Так и вот. Что у нас? О, Алексейка, привет. Спайдер. У нас уже там все плавают. У нас первое утро. Куда надо зафигайте. А там уже он все сюда плавают. Так и вот. Наши планы на сегодня. Надо Юру подстричь. Надо побрить, да, уёбка? Купить тапки дешевые Катьки. Дешевые тапки мне. У нас Тарашенко не заходит, как не можем себе элитные тапки позволить. Так, что у нас еще? Продлились здесь. Нам вроде как нравится жить на первой линии. А Катьке нравится бассейн. Что еще? Да нет. Владимир Мигалкин думает, мы его забыли. Иван Иванович, дорогой. Тебе, блядь, тройной круг отдельный, Санта-Мартовский. Так что все, идем. А, надо еще найти банкоеб. И еще что-то. Ну вы же знаете, что на моем величественном канале меня надо называть Ваше Величество Юрий. Ну это я шучу. Да, все на этом канале зависит от вас. Так что я вам сейчас покажу, что мы можем вам показать здесь и куда сходить. Где-то все от $100 примерно, чтобы, знаете, голову вот. Примерно соточка. Плюс наша суета. $110-$115. Смотрим, что есть в Санта-Марте. Все экскурсии в одном видео. Только у Юры. Камни можно посмотреть. Камни в воде. Ого. Прифотошопленные камни в воде в Колумбии. Тоже. Че, я и так все понимаю. Можно съездить вон с женщинами. Песок в воде. Вот эти два пляжа надо посетить. Плавая Кристалл и Бахия Конча. А, вот надо сюда, Катька говорит. И Конча. Так я ж тебе вчера сделал Кончу. Можно поплавать с щуками. А щуки? Нахуя? Ну, всякое ебанье. Давай-ка узнаем, сколько стоит. Давай вот это, фешенебельные камни. Да, давай. Да, все, узнаем потом. А, и также можно надеть на себя. Нахуя? Вот это, я бы на это сходил. И потрогать ежа. Бля, прикольно. Дайте кто-нибудь $100, сходим куда-нибудь. Вот как интересно. Я уже потрогал ежа. Твоего? Ты же там все ежатило. Ежа, ежа. О, люди, спортсмены, смотрите. Мы с завтрашнего дня опять хотим ходить с Катькой. Качать пресс 100 раз. Будете со мной ходить? Блять, там маяк. Я же раньше на маяке работал. Или это во сне? Короче, а, в кино, блять. Ой, утром как хорошо. Катька у меня сегодня, видите, нарядная. Вырядилась. А там у нас порт. А, это все для Максима Базарного? То я. Знаете, хорошие люди возвращаются, и настроение на канале другое. Я над своим испанским, а просто в шоке. Сейчас. Это их Ленин. Называется он Боливар. Написано, смотрите, Либертадор. Я думал, библиотекарь, потом вспоминаю испанский, думаю, освободитель. Колумбия, Эквадора, Панамы. Их он всех спас. Нас бы кто-нибудь спас. Перу.
Венеция, Фундамент, Боливия, Хоми Нани, что-то домашнее, Габердани. Ну, в общем, хороший мужик, еще и Санта-Марту спас. О, в 1953 году. О, так нихера, совсем недавно. Да. Ну, люди уже с утра сидят, ничего не делают. Это, я так понимаю, не главная площадь, а просто какая-то штука. Устал специально для Раджаба. А, ну все, мы пришли в банкомат. Знаете, что вам хочу сказать? Тепло, охрененно. Пусть не торопимся. Думаю, самый умный. Курить? Ой, как тепло! Ой, прям вообще. Странная хрень. В Боготе все вот эти кофейни, они открытые. Хотя там холодно. Здесь тепло, все закрыто, все с кондиционерами. Мартышки вон всякие прыгают. Здесь, кстати, где-то игуанды хера. Больше здесь и кондей. Можно почитать газету, называется «Ля Либертад». Тоже что-то про свободу. Жусики, смусики. Ну, я вам уже это говорил. И пирожочки. У иностранцев. Что, мне маленькая кофе, потому что у нас денег впритык. Подождите. Я еще беру вот молочный кислопродукт. О, держи. Смотрите, ребята. Опять я. Прикольная хрень. Сколько стоит? А зачем это надо, да? А, просто... А, он резиновый. А зачем он нужен? Да, взяли два маленьких кофе, две вот таких булочки с ветчиной. Да, вот одно большое, одно маленькое, две вот таких булки и мне кисломолочный продукт. А булки три дадут. А булки три дадут? Акция. А и какая это акция? Нихуя себе. Как-то вообще дохуя. Смотрите, что нашли. Гнездо. Видите? Охуеть. Вот это живность. Я какой-то курлык. Я не хуя. А мы одели Катьку, новую майку, новую шлепку и пришли подстригать Илюху. Где сейчас молодой мужчина. Думаешь, после этого деда седого. Чуть не будем оставлять? Да я думаю, еще так можно было бы оставить. А зачем ты постоянно бреешься на лысо? Раз в два месяца я стригусь. Почему на лысо? Жопаюсь на шампунь. Так шампунь же в отелях бесплатно выдают. А, да? Все, прощайте, кудряшки. Юра хотел себе ракеску Кушилова, но смотрите. Ну да, Кушилова. Он же придурок постоянно гоняется ракетой. Ну, Юр, ты на Шилова похож. Петушиная тема, все эти грязные. Да, ты похож на это. На Поплавка. На Поплавка похож. На кого? На Поплавка. Вы многие меня спрашиваете, а где у нас Василий Маянский? Он приболел. Так и вот. Сегодня постримили 5 часов, походили, поклянчили. И заходит опять Зорро! Подожди, стой так. Зорро! Блядь, больно очень. Терпи, блядь, давай еще сейчас раз. Сейчас у тебя, блядь, сейчас ты стерпишь. Давай нахуй, я буду тебя поебали купить. Что... Зорро, спасибо огромное, выручил. Так что сейчас пойдем снимем денежные средства. Да хватит. Хватит, что? Она хочет, чтобы ее били по жопе. Ну давай за золото еще. Давай еще раз по жопте. Ну, блядь, по жопте. Да нахуй твою брюхо, дай жопку. Сам
Брюха, блядь. Татьяна, брюха, блядь. Ну, блядь, ты ж плясала. Пошли. Куда деньги? А карта? Короче, мы идем. Зорро! Спайдер тоже молодец. Ну, на будущее. Алексейка. Бля, что-то вы мне запомнились. Спайдер и Алексейка. Ну, ладно. Спайка Алексейки. Простите. Да, пойдем, где денег? Сигареты. Возьми мои. Шайните мои. Ай, бабки. Пойдемте что-нибудь. И пойдем. Дядя Юта сидит, наблюдает. Всегда все видит, бля. Поэтому и летает каждый месяц. Люди взяла? Да. Люди взяла, наркота дома. Ну все, давайте, люблю. Блять, пиздец. Ну, Зорро. И поэтому у меня мое Зорро. Пьяненький. Так постримил, знаете. Блять. Есть же люди среди вас. Среди вас. Да, вообще, у нас так хорошо, так хорошо. Были бы, если бы вы на стриме, вы бы вообще сказали, нихуя, Юра, ты поднялся. Да, как у меня дела? Хорошо. Или, как говорят у нас в Испании, си. Да, Мигалтин? Для тебя коза. Надо еще вспомнить Пиглео и Тису Воробьянинова. А то эти два нищие оба, блядь. Всегда психуют, почему я их не вспоминаю. Потому что у меня есть Зорро, неходячий Василий, зубастый Константин, Саншайн, который по настроению донатит, Людмила. Чё? Это все психует. Так что, если он не ходит? Чё ты заебала нахуй? А Пичугин ему похуй. В общем, идем. Да, я взял карту. А я ей карту стоп.